Всем привет, мы продолжаем играть в Кредо Убийца 2. Сегодня мы с вами будем выполнять следующее задание сюжетное, но сейчас прибыли на виллу пообщаться с нашими... Ну ладно, я шучу, никто общаться ни с кем не будет. Мы пришли для того, чтобы посмотреть нужную нам вещь. А именно, я хочу забрать деньги из шкатулки, бросить перья, которые нашел, и также оставить страницы кодекса. А, да, вот, еще спасибо, карты. Да, страниц кодекса у нас, к сожалению, новых нет. Поэтому нужно будет... Плохо с поворотами. Да, нужно будет еще зайти и оставить ключ от замка. Мы нашли еще одну часть. 9000. Мы с вами, наверное, пойдем и возьмем доспехи. Докупим. Ну, смысл нам сейчас тратиться на виллу особо нет. Можем, конечно, но... Так, вроде с копьем же ж. Да, с копьем. Все правильно. Одна или одна? Да, три есть, три осталось, да, все верно. Мы пойдем с вами в лучшем доспехе. Ну, потому что у нас доспехи так себе сейчас стоят. По поводу самой виллы, мы ее улучшим тоже, но позже. Благородные цены для благ... Нагрудник 9. Но, к сожалению, не обижайтесь, но мне показалось, что у вас нет денег. На наручи нам уже не хватает. 1500 к стоимости виллы. А, это окно. Да, насколько есть хорошие вещи, которые добавили в третьей части, настолько сама третья часть отвратительна. Допустим, там есть возможность через дома проходить, но при этом... Ну, я не знаю, мне дико не нравится сюжетная часть в третьей. То есть, вот эти вот гражданские войны, в принципе, мне не очень заходят. Но гражданская война в Америке мне никогда, в принципе, не нравилась как сюжетная линия, потому что слишком заезжена. Слишком уже. Ребята прям постарались за... Не то чтобы это плохо, конечно. Везде есть свои... нюансы, так сказать. Что-то я слишком... Так, тут ничего нет. Ясно, почему вас боятся. Да, невменяемый немножко. Так, я хочу залезть наверх. Насколько я помню, в одной из миссий, скорее всего, в этой что будет... Нам предстоит ездить на машинах, на колеснице, точнее, не на машинах. Машины — это немножко другая миссия. Машины не в смысле автомобилей, а машины в смысле механизмов. Леонардо. Один из механизмов Леонардо — это... То, что мне не нравится, это полет. Летать на нем дико неудобно летать. В одной из миссий придется это делать. И еще одна миссия — это карета.
На карете тоже дико неудобно ездить. Я не знаю, возможно, в другой... Не игре, а другой раскладке, если вы играете именно за... Так, не видно ничего. Я вообще ищу еще несколько... Несколько статуэток. Ну, статуэток имеется в виду, которые древнегреческие боги. Не греческие, а римские боже. Что греческие? Да уж. Он проворный. Спасибо. Так. Ой, прости. Да, сам купил, теперь сам об них спотыкаюсь. Эй, я не враг, а мир. А, вот. Венера. Шикарно. Давайте сходим, посмотрим, куда ее можно поставить. Да, каждый раз восстанавливая... Нептун и Плутон. Тут две, значит, там. И останется еще одна, которую я не нашел. Плюс 2000. Замечательно. Я не помню, где она, честно. Проходил я эту игру очень давно, в свое время. Сейчас перепрохожу, поэтому некоторые вещи я помню, а некоторые я уже подзабыл. Ну, допустим, я уже не помню, где находятся точно эти статуи. Можно, конечно, найти эту информацию, но смысл в чем? Смысл в интересе к игре. Если вам, в принципе, не интересно играть, то да, можете найти информацию. Все равно, это вторая часть, Brotherhood, это лучшее, что сделали. На данный момент, по крайней мере. Да, и Black Flags, и Origin, и Odyssey шикарные. По-своему они очень хороши, да. Но, ребята, давайте согласимся. 4000 надо. Цестус. 1800. Уверен, вам понравятся мои товары. Где-то 2000 будет в обычном стоить. Цестус. Так вот. Вы можете согласиться, что эти игры намного интереснее. Намного больше у вас есть возможностей в этих играх и все такое. Но... Но, что хочется сказать, эти игры больше функционала, согласен, но при этом у них нет такого сюжета интереснейшего, который затягивает просто мгновенно. Он интересен, да, но не настолько, как хотелось бы. Там нет такого персонажа проработанного, прописанного, как Эцио. Все остальные персонажи после Эцио... были какими-то, ну, не знаю, немного недоработанными, самую малость. То есть Эцио шикарен. У него есть мотивация, он мстит за свою семью. У него есть взгляды какие-то свои, у него есть учителя и все такое. В того же, допустим, четвертой части пират, и вся его мотивация это деньги. Деньги ради денег, чтобы тебе не надо было работать. Да, нам по чуть-чуть раскрывают, что он это делает для своей жены, потому что жена... Он хотел, чтобы жена ни в чем не нуждалась, при этом жена его просила его, что не нужно.
мне все нравится, мне с тобой хорошо, не нужно никуда уплывать, уезжать, улетать и все остальное. Но он как тупой баран, нет, я хочу, чтобы ты жила по-другому. Я буду делать все, чтобы ты жила по-другому. Со своей стороны, да, есть какая... Какая-никакая мотивация, но не то, абсолютно не то. Unity, да, там была тоже более-менее нормальная какая-то расстановка, но все портилось из-за того, что мотивация главного героя была помочь девушке, а у девушки была отомстить за отца. Ну, по-своему, некоторые герои прописаны не очень были. Да, вот она. Это миссия, я ее ненавижу просто, не представляете, лютой ненавистью. Воу-воу-воу. Ладно, а давай. Леонардо! Это? Какая удача! Я, У меня небольшие неприятности. Может, я смогу выручить тебя? Я знаю, как ее починить, но ничего не могу сделать. Ты не приподнимешь повозку? Сильный мужик. Что это за штука? Э? Будто огромная летучая мышь. Так, пустяки. Одна из моих задумок. Не хотелось бросать ее там. Понимаете, да? Да ничего он она. Поднял. Наверное, не стоит говорить об этом. Аль дьяволо. Я не в силах молчать. Эцо. Я наконец-то додумался, как человек может летать. Вперед. Я буду править. Ну, я даже не сказал тебе, куда еду. Во-первых, идея классная. Во-вторых, он поднял повозку, которая весит, ну, где-то около 400-500 килограмм, судя по количеству дерева. Может, меньше, я Венеция. Могу ошибаться. Такой прекрасный город. Спорить. Столько источников вдохновения. Мост Риальто, площадь Святого Марка, Арсенал. Шш, в чем дело? Мы не одни. Что происходит? Кто это? Люди Родриго Борджа. Что им нужно от нас? Думаю, они хотят нас убить. Леонардо, может, сюда! Может, они поздороваться хотят бы. Они лезут на повозку! Стряхни их! Ой. Кто-то на крыше! Сделай резкий поворот! Стряхни их! Осторожно, а то опрокинется. Еще перевернусь. Ай-яй-яй. Ненавижу эту повозку. Вот именно из-за вот этой миссии я больше всего и не люблю второе кредо. Начали вводить такие отвратительные миссии, как погоня, полеты на устройствах Леонардо. Вот, все, перевернулся. Союзник погиб. Хотя, казалось бы. Может, кому-то эта миссия кажется легкой. У меня всегда были проблемы с погонями. Эта миссия меня всегда убивала, блин. Ненавижу ее. Давай, загружайся уже. Да почему ты вечно... То есть, хочется... И не разбить повозку. И при этом не врезаться ни во что. Вот как сейчас, допустим. Эцо, осторожно, сзади! Сделай что-нибудь! Да, я тут занят, не мешай. Меня и так водило. Меня и так водило не очень. Вы еще, блин, тут лезете. Нет, нет, нет. Пришлось ехать уже, потому что я перевернулся, если бы еще чуть-чуть вывернул. Вот, приходится врезаться, чтобы не перевернуться.
Это меня дико бесит, потому что управление тут и так фиговое. Держись. Зачем? Сейчас тут... будет немного трясти. Немного трясти. Да, да, теперь стрелы его. Обалдеть. Классная миссия. Человек, который придумал эту миссию, спасибо тебе. Если бы не ты, я прям не ощутил бы весь кайф от этой игры. Прям даже не знаю, как тебя благодарить по-другому. Кайф. Просто кайф. Обожаю, когда горит полоска. Чувствую себя призрачным гонщиком, блин. Почему его ветка не скинула? Классно, знаете что? Что когда ты борешься с кем-то на повозке, то скрип сам работает, и ты едешь сам. То есть он сам поворачивает. Тебе не нужно это делать. Ой, кайф. Ой, люблю ее прям. Это так шикарно. Держись, Эдзо! Мы почти приехали! Что держись, блин? Сам держись. Я тут пытаюсь выжить как могу. Не знаю, может на геймпаде она полегче проходится, чем на клавомыше, но... На клавомыше у меня... Им нужен я, а не ты! Мы еще ненавижу эту миссию. Им нужен я, а не ты. Он там! Взять его! Все. Аспетта. Ненавижу эту миссию. Хорошо, давайте дальше. Аспект. Да свалите вы. Надоели. Так, давайте, наверное, мы продолжим в следующей серии. Эта миссия меня доконала, честно говоря. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока.